К другим новостям. Сотрудники Шумерлинского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по Чувашии возбудили уголовное дело против самогонщика. Индивидуальный предприниматель из Вурнар подозревается в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В его доме нашли 1000 литров спиртосодержащей жидкости. По версии следствия, в 2014-2015 годах в поселке Вурнары подозреваемый неоднократно сбывал местным жителям спиртосодержащую жидкость самогон, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и разлитую в 1,5-литровые бутылки, пока его незаконная деятельность не была пресечена следователями Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД «Шумерлинский».